Всем привет! Сегодня сделаем такой замечательный лайк. Модель не очень легкая, конечно, но тем не менее попробуем ее сделать. Нам понадобится цветной односторонний квадратный лист бумаги. Приступим. Берем лист, сгибаем его диагонально. Кстати, сгибаем цветной стороной вовнутрь. Проглажим только половинку одну. Раскрываем. Складываем пополам. Раскрываем. От этой точки, от этого угла, до этого угла, нам нужно сделать вот складку. То есть подгибаем здесь и выводим на нет в углу. Сделали. Раскрываем. Здесь есть пересечение линий. К этому пересечению мы подгибаем вот эту линию. Разворачиваем. Теперь от этого пересечения мы сгибаем бумагу в серединку. Сделали. Разворачиваем. И теперь нам нужно подогнуть бумагу вот этот край к этому краю. Раскрываем. Разворачиваем, что заготовку. Берем вот этот краешек. Нам нужно вот эту линию заложить на вот эту линию. Сделали. Подгибаем. Переворачиваем заготовку. Вот есть квадратик вот этот. Мы его подгибаем вот таким вот образом. То есть этот уголочек закладываем на вот эту вот линию. Что получился маленький такой треугольничек. Подогнули. Теперь вот этот уголочек, вот эту линию, закладываем на вот эту линию. Хорошо прожали. Раскрываем все. Вот у нас получилась такая фигура. Раскрываем. И вот этот ромбик нам нужно вдавить в серединку. Внутрь. Ну что должно получиться? Вдавливаем бумагу в эту сторону и подгибаем таким вот образом. Хорошо все прижали, прогладили, сделали. Разворачиваем. Вот эту бумагу, этот краешек, подгибаем по этой линии кверху. Отогнули. Вот этот квадратик
подгибаем тоже вверх. Хорошо, прижали его. Раскрываем бумагу и вдавливаем вовнутрь. Сделали. Теперь берем тайфрай. Нам нужно его опустить немножко вниз. То есть берем и оттягиваем. Таким вот образом. Переворачиваем. Нужно, чтобы вот этот уголочек, вот маленький уголочек, дотронулся вот этой верхней линии. Вот так вот. И проглаживаем. Разворачиваем. Теперь вот эту линию закладываем на вот эту линию. Раскрываем. У нас получилась такая вот складка. Мы ее поднимаем вверх. И от этого уголочка, вот то, что получилось у нас, мы бумагу разворачиваем и подворачиваем в эту сторону. Чтобы эта линия примерно была 90 градусов соотношения этой линии. Примерно вот так. Даже немножко можно еще подогнуть. Сделали. Теперь берем вот этот краешек. Закладываем на вот эту вот линию. То есть прижимаем. И здесь у нас этот треугольничек нам он не дает. Мы его отгибаем. И прижимаем. Сделали. Эту линию отгибаем, подгибаем к этой линии. Теперь от этой точки и до этой точки нам нужно согнуть бумагу в обратную сторону. Таким вот образом. Вот что получается. Сделали. Теперь тут у нас есть складочка небольшая, мы по ней подгибаем бумагу. Сделали. Теперь вот эту линию закладываем на вот эту линию. И подгибаем уголочек. Сделаем. Берем вот этот уголочек, подгибаем его вот таким вот образом. Примерно вот так. Раскрываем бумагу и делаем треугольничек. Подгибаем вот этот краешек. И вот эту уголочку подогнули. Теперь берем этот треугольник, отгибаем его вниз. Вот эту линию. Отгибаем и вытягиваем всю бумагу с середины. Получается такая некрасивая складка. Берем наш палец, отгибаем вниз. Подгибаем все уголочки.
переворачиваем. Вот что у нас получилось. Получился такой замечательный лайк. Всем спасибо. Ставим лайки и подписываемся на мой канал.